Я ставлю на КГР. Даже тут, пока что. Надеюсь, стрим всем включили. Да, ну я тоже на это надеюсь. Ну да, 15 человек сразу поубавилось, так что. Думаю, выключили. Да все равно в любом случае он. Он это запаздывает на 10 секунд, так что. Они под ними или где? Вот опять же непонятная карта, они могут и вверху, и внизу быть по месяце. Прототип написал низ. Ага. Что-то я не вижу. Может быть один внизу, один вверху? Опять же, тоже такое может быть. Ты что-то не там, да, не можешь прощелкать? Да. Ну вот, внизу кого-то нащелкал. Ага. Он прям вообще раш, да? По-моему, там вообще очень близко. Ну сейчас по пикам посмотрим. Сейчас пики пойдут. Мне кажется, там только один по месяц. Потому что там вон море открылось. Вон, сразу под ним, видишь? Да. И второй тоже вниз пошел. Виста. Ну, может быть... А, ну сейчас посмотрим, пики откуда пойдут. Я пока ни одно не вижу. Да-да, вот снизу. С правого угла. Да, вижу. Ну, вот тут раш, конечно, у Фреда с прототипом сейчас... В принципе, кто тут выиграет, тот, наверное, и выиграет игру. Потому что Виста не успеет прототип помочь, мне кажется. А у этих раш сейчас тут все быстро очень решится. Прототип, по-моему, что-то захватил, да, у него, нет? У этого, у Фреда. Потому что очков что-то очень много. Нет, вроде бы. Ничего не захвачено. Не захвачено. Очков прям по очкам разница почему-то очень большая. Пик просто много потерял, все. Там вон Фред побежал. А, ну все, уже убили сечевика. Пытается рейдить, но тут защита уже стоит. Ну да, а вот прототип там пик 10 шло на базу. Их хоть Фред перестрелял. Нет, рейд не пройдет. Без толку бегают. Ну да. Камикадзе. Все, добегались. Что там у Фреда? Покажи мне у Фреда с прототипом. Эти пока стоят, Виста, он понятное дело будет пока стоять. Сколько казарм? Ты сейчас за кого смотришь? А, лучше за прототип, наверное. Зайди, посмотри, сколько у него казарм. 17 век вот эти здания. У Виста 5. Ну, Виста, да, он у него расстояние все-таки побольше. 74, наверное. Ну да, 7 казарм. Интересно, у Фреда сколько? Наверное, так же ставит. Вот, правда, 7-й только что поставил, наверное, Фред. Там уже, смотри, прототип с Фредом уже в бой идут. Виста в 5 играет. Да, я видел. Ну правильно, это вот у него расстояние не такое уж большое. Ой, Фреда, у Фреда очень мало мяса. У него, скорее всего, казарм не так много. Ну да. Но вот он казарм просто, наверное, поздно поставил. Потому что у прототипа мяса намного больше, тут надо Фреду сейчас отходить. И гусей смотри, сколько у него. Опять у прототипа. Ну, Фред, отходи. Поздно, наверное, отходит, потому что уже сейчас... А, нет, все нормально. Ого, это Фред так влепил казарму? 7 казарм. Не, 17 век, посмотри. Ой, 18, посмотри вправо, как он влепил ее. Да, там да, захватывать да, вообще. Фреда. Ужас. Мне кажется, пингвину лучше идти пробовать Висту. Вот, да, вот все, он уже захватывает ее. Да, потому что Фред тут будет очень сложно. А пингвин пытается помочь Фреду. Мне кажется, лучше бы он на Висту пошел. Может быть, там что-то получилось бы у него.
Ну-ну-ну, может быть, Фред что-то у него получится? Не, у него тут уже никак вообще. Открыл, сейчас он откроет, а нет. Ну вот, как я и говорил, все решится у прототипа и у Фреда. Вот пингвин зря стоит, он бы лучше попробовал на висту сейчас. Может быть, у него что и вышло, и тогда получится как бы... О, хотя все сейчас пока вроде... Неплохо. Пингвин разрулил гусями. Покажи еще эту висту, вот гуси вистиные бегут. Они хоть что-нибудь добиваются или они просто умирают? Но пока он ничего не может добиться своими гусями. Так. Раз, два, три, четыре. Четыре казармы всего, что ли? Раз, два. Покажи еще прототипа с этим. Наверное, да, у него 4 казармы все-таки, потому что, ну, расстояние, в принципе, позволяет. Вот тут сейчас они, может быть, что-нибудь сделали вдвоем, Фред с пингвином, гусями своими. Вот смотри, ой, блин, сейчас много порежет крестьян, просто кучу. Успели застроить. А, ну да, хорошо. Сейчас тогда виста много потеряет гусей, если пингвин правильно отведет. Пингвин тут может выиграть, кстати. Вполне. Даже без гусей, без своих. Покажи еще прототипы с Фредом. Тут пока они не особо форсируют события, а вот там у прототипа с Фредом все быстро. Фреда давит. Ну да, ему вообще не сладко. Ой, смотри опять сколько у прототипа коней. И казармы ни одной, 18 века еще нету. Ну, центр у этого у пингвина вообще открытый. Да, ничего вообще нет. Ну, там драйв, кстати, не очень. Ну вот, хотя начинает дохнуть быстро. И справа фланг вообще пустой. Пингвин тоже проиграет. Фред тут вообще полный. Быстрая игра получилась. Все, Фред в ГГ пишет. Ну и пингвин там тоже ловить особо нечего. Сейчас им пока поставлю результат. Ну и все, сейчас финал уже. За 2 часа, как я говорил, мы уже сыграем нашу лигу. Прототип захватил казарму 18 века. Отстраивает ее. Как там виста с пингвином? Они вроде как 1-1 играют сейчас. Даже интересно, что у них там. Я смотрю, пингвин фланги нехило расширил. Да, смотри просто, как расширил фланги. Ой, пингвин тут выигрывает, кстати. Как по мне. Ну, увидим. А пачкам? Пачкам он проигрывает. Ну, потому что гусей виста много. Но по дракам, мне кажется, пингвин выигрывает. Ха-ха.
Да, здесь Виста теряет хорошо. Тут у пингвина просто очень широкие фланги. Нарушил Виста свой приказ. Ага. Сейчас его за это пингвин расстреляет. Вот надо было пингвину это раньше делать. Тогда, может быть, что-нибудь и вышло. Потому что сейчас уже точно без шансов. Хорошо сыграли эти и те, в принципе, вот только прототип там лучше сыграл, чем Фред вот это и сыграл. Я ему уже результат поставил, сейчас будет финал. До двух побед скажи им сразу. Хорошо. Так, и мне потом надо будет собрать все записи. Еще не выходит? Ну, пингвин еще что-то пытается. Сейчас я у Фреда спрошу, интересно, сколько у него казарм было, 17 век. А, ну он, в принципе, слышит, о чем я буду писать. Фред, сколько у тебя было казарм 17 века? Интересно, почему так мало вообще, по сравнению с прототипом, у тебя мясо было? И как, мне интересно, столько много у прототипа гусей всегда получается? Ну тебе, по-моему, просто каз, ты вот прототип уже 7 был каз. Ну да, ты вначале, да, драги у тебя в кучке были. Вот. Ну и каз ты, по-моему, ну, попозже поставил 17 века 7 каз. Он намного раньше поставил. Барабанов запустил. Тройка пишет, пингвин как терминатор. А да, не сдается. Ну, у них, в принципе, тут правда, даже до сих пор на равных игра идет. Хотя вот эту Виста гусяк сейчас выиграет. Так что, тройка к вам не пошел? Ну, у нас там, в общем, да. Как бы, ну, мы вместе решили, и он решил не идти, и мы решили, ну, в общем, разошлись по-мирному.